Друзья, приветствую, на связи Денис. Ну что, в этом видео разберем с вами новое промо от Binance в честь двухлетия их P2P площадки. Вот такой вот у нас анонс, 2 years anniversary, то есть вторая годовщина Binance P2P, и у нас есть достаточно хорошее промо. Промо у нас на 60 тысяч долларов, то есть всего будет роздано 60 тысяч долларов, и также будет очень много победителей. У нас есть различные промоушены, есть первый, есть второй, есть третий и есть четвертый. Давайте буквально вкратце обсудим каждый из них, я расскажу, где лично я буду принимать участие, и вообще, можно здесь как-то заработать или не можно. Ну, понятное дело, что можно, но насколько это реально, сейчас как раз с вами и разберем. Также нам рассказывают, что помимо 60 тысяч долларов, будут еще разыграны P2P Mystery Boxы, что очень интересно. На самом деле также будут разыграны лимитированные NFT, также будут розданы гифт-карды, но это скорее всего будут денежные призы, и также будет роздан iPhone 12 Pro. Вот так вот. Что у нас по датам? По датам эта активность у нас будет с 11 октября по 29 октября. И у нас есть вот такие вот 4 промо. Итак, смотрим. Первое промо — это Social Media Quiz and Giveaway. В нем я лично буду принимать участие 100% и 99% всех других пользователей тоже. То есть здесь будет много участников и мало победителей. Но как бы времени занимает немного, плюс кто-то может дать неправильные ответы, кто-то неправильно сделает репост, условно без хэштега. Собственно говоря, уже какие-то люди отсеются. Что здесь нужно сделать? Здесь нужно пройти квиз, кликаете на эту форму, проходите квиз, очень простые вопросы, если что-то непонятно, можете отписаться в нашем телеграм-чате, я думаю, мы вам поможем. Второе, вам нужно купить или продать что-то на Binance P2P минимум на 10 долларов. То есть это нужно сделать, вплоть до 22 октября до 12 а.м. по UTC. Вот такое вот задание. И третье, это где-то шерить, то есть сделать репост. Просто берете вот эту вот ссылку, заходите в свой Facebook или Twitter и шерите эту ссылку. Просто делаете пост с этой ссылкой. И плюс еще добавляете хэштег. Вот и все. Вот такое вот у нас первое промо. Здесь у нас будет 20 победителей, и каждый победитель получит по 100 долларов. 100 BUSD. Вот так вот все это у нас выглядит. Идем с вами дальше. У нас второе промо. Второе промо. Здесь будет разыграно уже iPhone 12 Pro Max. Также будет разыгран VIP Level Upgrade и 6 BNB в призовом пуле. Интересно, особенно iPhone, я знаю, многие любят технику и тому подобное, но, к сожалению, скорее всего, вы не сможете здесь принять участие, потому что данная промо для мерчантов. А мерчанты — это те ребята, кто непосредственно создают сделки на P2P, соответственно, ну, я сомневаюсь, что вы создаете сделки на P2P, у вас, скорее всего, нет такой возможности, а эта возможность есть только у мерчантов. Поэтому данное второе промо мы просто пропускаем, ну и лично я в нем также не участвую. Дальше идем, у нас есть третье промо, называется Binance P2P, что там, Second Anniversary Live Streams. Ничего сложного нету, очень просто. Если есть время, есть желание, тоже можно здесь принять участие. Здесь можно будет выиграть рандомную карточку, вот как раз вот эти вот gift cards, вплоть до 500 долларов может быть эта карточка. Как ее выиграть? Очень просто, опять-таки, вы просто заходите на стрим, который будет на Binance, скорее всего он будет в Инстаграме, или в Твиттере, или в Фейсбуке, или скорее всего он еще будет просто в Ютубе, то есть просто будет идти стрим в Ютубе, а вот в Твиттере, Фейсбуке или Инстаграме будет анонс этого стрима. И это вы заходите на стримы датой от 14 до 22 декабря. То есть вы просто заходите на прямой эфир от Binance. Они будут на разных языках. Условно, вот есть английский, это, наверное, там испанский, не знаю, еще какой-то, русский и так далее. То есть вы условно заходите на этот стрим, просто смотрите стрим. И потом, я не знаю, возможно, QR-код какой-то вылезет, и его нужно будет отсканировать, и вы заберете карточку. Возможно, зададут какой-то вопрос или что-то еще. Но мне кажется, что просто рандомно где-то посредине вот этого стрима два или три каких-то таких вот рандомных QR-кода могут появиться. Их нужно будет быстро отсканировать, и тот, кто сам первый отсканирует, тот заберет, соответственно, деньги, гифт-карт, а в каждом гифт-карт может быть до 500 BUSD. Если вам интересно, тоже можете принимать в таком участие. Буду ли делать это я? Не знаю. Возможно, на какие-то там пару стримов зайду. Если повезет, то тоже это сделаю. И самое интересное, это у нас четвертое. Называется это Collect and Win, Be a Part of Our Mega Giveaway. Здесь уже интереснее, потому что здесь будет много победителей и много розыгрышей. То есть здесь нам раздадут 10 тысяч P2P Mystery Rewards. Какие-то Mystery Boxы. Что там будет, никто не знает, но даже мне интересно, и плюсы будет 10 тысяч, то есть победителей будет достаточно много. Также в этом промо нам раздадут 100 лимитированных NFT, тоже достаточно много, плюс это NFT от Binance, плюс они лимитированные, они могут иметь какую-то ценность. И также будет разыгран пул в 30 BNB.
Здесь пока что непонятно конкретно, сколько будет победителей и как это все будет распределено. Условно, там первое место получит 1 BNB, второе место 0,5 BNB, а дальше еще будет 20-30 мест. Здесь это не указано, и более того, здесь еще не указаны подробности. То есть мы на данный момент не знаем, что нужно сделать, чтобы вот поучаствовать в четвертом промо. Нам просто говорят, что мы вам скажем больше деталей про данное промо с 14 по 22 октября. То есть это промо у нас будет с 14 по 22 октября. Пожалуйста, ждите подробности, скоро мы вам скажем, ну, более подробные детали. Друзья, в принципе, вот так вот. Давайте еще раз все подсуммируем. Первое промо. Обязательно стоит принять участие. Повезет с рандомом, будет все хорошо. Второе промо. Если вы не мерчант, вы не делаете ордера, то есть вы не мейкер P2P ордеров на Binance, вы попросту здесь не сможете участвовать. Третье промо. Есть свободное время, хотите поучаствовать в стримах, прямых эфирах от Binance, плюс получить еще возможность выиграть гифт-карт, который может быть до $500, тоже можете принимать участие, почему бы нет. Четвертое промо. Мое личное мнение, однозначно я буду здесь принимать участие, но я не знаю, какие здесь условия. Об этом мы узнаем чуть позже. В принципе, какой-то анонс я дам или на своем YouTube-канале, или в своем Telegram-канале. Поэтому, если вам интересно, то подписывайтесь. Друзья, вот такая вот информация была на сегодня. Ставьте лайк, если был полезен. С вами, как всегда, был Денис. Всем пока-пока. Зарабатывайте.